Putinové igre. Потому что мне кажется, что визуализация — это вообще, друзья, великая вещь. Если мы сейчас так сожмем кулаки и подумаем, и внедрим, можно сказать, наши позитивные мысли в умы тех людей, которые, может быть, даже в эти самые минуты голосуют. At the 22nd Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. На денежный расход белые брючки, розовая жизнь. Я знаю эти штучки, карманчик мой держись. Ой, Сочи, 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 Сочи. Так хорошо, что просто нету мочи. Я был в Майами, на Гавайях, в Ницце, но никогда им с Сочи не сравнится. V poleti leta 2012 nas je po številnih uradnih prošnjah župan Sočija Anatolij Pahomov na vse zadnje le sprejel. Jasne, vi što, kam je? Obzajte na zimu Rosijske federacije, što vse speli. Naučiti. Pahomov je župan Sočija od leta 2009. Njegovi konički so potovanja in nogomet na pesku. Med drugim je tudi predsednik edine ruske območne zveze za športe na plaži. To sa mnoj ne zdarova, je to znači kurortnik, pravilno? Вот поздоровался человек, это значит, он местный. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Здравствуйте. А? Спасибо. Как дела? Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Осторожно, давайте я вам помогу. Спасибо. Поднесу, давайте. Спасибо. Ну, чуть-чуть подниму. Если хотите, у нас тут есть. Сергей Владимирович, помогите. С удовольствием. А? Помогите. Да, спасибо, не надо. Поможет немножко. Вот это вот, где мы сейчас ходим, это действительно субтропики. Но если мы сядем на электричку потом, которая и по совмещенной дороге поедем в Красную Поляну зимой, то увидим разницу. Здесь зимой, в феврале месяце, будет плюс 10. Если мы туда приедем, будет минус 10. А если мы в горы подымемся, будет минус 20. Вот это. Да, 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 а? Да, 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 да. Город Сочи — это уникальный российский курорт. Это единственный субтропик России, который протянулся на 154 километра по берегу моря и имеет еще населенные пункты в горах. И эти населенные пункты находятся на расстоянии 50 километров горы. То есть старый Сочи, največje letovišče в Руси. To pa je 50 kilometrov oddaljena Imeretinska nižina, kjer gradijo olimpijske stadione, olimpijsko vas, hotele in olimpijski park. Preostala olimpijska prizorišča, naprimer smučarske proge in skakalnice, bodo v smučarskem centru v Rdeči Poljani, 50 kilometrov od letališča v Adlerju. Ja, kak rodivšijse v Sočiju, и знающий этот город, могу вам сказать, что место, которое выбрано, это Афера. Ну, во-первых, Россия — страна, в общем-то, холодная и зимняя. В принципе, надо долго смотреть на карту огромной страны, чтобы найти место, где никогда нет снега. Путин нашел это место. Здесь много было различных космонавтов, руководителей государств. И даже есть вот, видите, это... Уже новый мэр, то есть я. Город Сочи как курорт стал в 30-х годах благодаря тогдашнему руководителю государства и партии Сталину. Именно Сталин сказал, что в Сочи мы будем строить курорт для трудящихся.
побережье Черного моря. В эту пору в Сочи приезжает много отдыхающих. Сочи – один из лучших курортов Советского Союза. В сочинских санаториях и домах отдыха ежегодно проводят свой отпуск до 200 тысяч человек. Леонид Тягачев – явна особенность и спортивный активист. Je nekdani sovjetski smučarski prvak. Sodeloval je na številnih mednarodnih tekmovanjih, med letoma 2001 in 2010 pa je bil predsednik Ruskega olimpijskega komiteja. Zdaj je član zgornjega doma Ruskega parlamenta. Sprejel nas je v svojem smučarskem klubu, ki je hkrati najstarejše smučarsko središče v Moskovski regiji. Мы дважды подавали Красную Поляну как для места проведения Олимпийских игр. Конечно, это было не обоснованно, была просто гора, заросшая лесом, но с перспективой сделать и утвердить трассы, что здесь подходит место для проведения. Рдеча Поляна – дел Сочинского народного парка. В преteklosti je slovela по poletnem туризму, saj zimski športи tu niso bili posebno razviti. Peter Fedin je nekdani smučarski trener. Tu se je rodil in odraščal. V začetku 90-ih let je kupil zastarelo turistično infrastrukturo v Rdeči Poljani, ustanovil podjetje Alpina Servis ter uredil prvo smučišče v regiji. Prezident prijehal, pokatalse u nas, kada on, tak skaj, stal prezidentom, Vladimir Vladimirovič Putin. No i, sobstveno, tada vznikla ideja, kada on pokatalse, i vznikla ideja nasjot olimpijskih igr. Владимир Владимирович много катался на горных лыжах, и я ему объяснил о том, что все Олимпийские игры начинаются с горнолыжного спорта. В 2002 году мы с Владимиром Владимировичем полетели на хелиски, на вертолетное катание, проехали 8 вершин, и он тогда сам увидел Красную Поляну, такую мощную, с вершинами, как в Альпах. И когда мы прокатились с каждой горы вдвоем, он понял, что развитие курорта здесь достаточно мощное и удобное. И в 2002 году мы собрали отдельных министров, председателей правительства, и он высказал о том, вот Леонид предлагает такое важное дело, я его поддерживаю, как вы. Karl Schranz je legendarni avstrijski smučar in večkratni svetovni prvak. Gostil nas je v svojem hotelu v smučarskem središču Sankt Anton. Zdaj je osebni svetovalec predsednika Putina pri pripravah na zimske olimpijske igre leta 2014. Svetuje pri načrtovanju smučišč in gradnji športnih objektov. S svojimi zvezami se je po vsem svetu zauzemal za kandidaturo Sočija za olimpijske igre. Wie oft war der Putin da? Der war eigentlich nur einmal hier. Aber ich war mit ihm öfter zusammen in Moskau. So, Putin. Da drüben auch, überall. Dank meiner Technik fährt er jetzt besser. Sloviti sovjetski športnik Leonid Tjagačev Karla Schranza pozna že od 60-ih let prejšnjega stoletja. Schranza je predstavil Putinu. Das erste Mal habe ich das von Leonid gehört und dann wir waren beide bei Präsident Putin im Kreml. Und ich habe geglaubt, Leonid macht nur Spaß, weil ich Sochi nicht gekannt habe. Liegt am Meer, das habe ich gewusst, aber da kann man nicht Ski laufen. Dann hat Präsident Putin gesagt, Karl, du kommst dorthin und wir fahren einmal hinauf. Und dann hat sich das entwickelt. Und dann habe ich Präsident Putin gefragt, ist das ernst, dass ihr Olympische Spiele in Sochi wollt? Er hat gesagt, ja, ja.
Владимир Владимирович сюда приезжал более 300 раз, тренировался. И надо сказать, что самый техничный горнолыжник по технике и по отношению к спорту – это Владимир Владимирович Путин. Мы сейчас поставим вам кассету одну. Надя! Когда он стал президентом, он настолько занялся не только политическими, но и физическими, и своими делами. И он сейчас просто врос в горные лыжи. Традиционный камин его Владимир Владимирович. Мы после катания всегда за этот стол приходили. За этим столом были все президенты. Скромно, но со вкусом. Здесь как в Кизбюэле, даже лучше. Вот так. Живут деревенские парни. Привет. Как катание? Как вам Красная Поляна? Ну, мне кажется, что количество занимающихся спортом здесь зимними видами спорта увеличивается. Ребят, сколько у вас в школе? 60 человек. 60 человек, вот. Rdeča poljana je imela srečo, predsednik Putin tam rad počitnikuje in smuča. Ker mu je pri srcu, je postala tudi priljubljen dopustniški kraj ruskih uradnikov in poslovne smetane. Sem se je začelo stekati tudi veliko denarja. In končno so se odločili, da bodo vložili kandidaturo za organizacijo olimpijskih iger v Sočiju. Vzivajte mi Žukov k sebe, on jedinstveni bil vicepremier. Говорит, Слава, такая ситуация, что делать? Меня, говорит, попросили возглавить процесс. Естественно, он мне сказал, заниматься этим будешь ты. Потому что я отвечал за спорт в стране. Я говорю, Саш, ну, наверное, первый шаг был сделан не совсем корректно, но авантюра понятная сама по себе, да. Надо было заранее проговорить с членом, ну, по крайней мере, с президентом МОК и с почетным президентом Самаранчем. Встретился с Самаранчем, он говорит, Слава, шансов никаких. Я говорю, понимаю все, но мне нужно понять, как мы сможем, по крайней мере, двигаться вперед. В Москву приглашали практически всех тех влиятельных членов МОК, которые имели, в общем, позицию, авторитет, имели, в общем, так скажем, свои группы, ну, влияние, так скажем, да. Ну, не знаю, я столько встреч не проводил никогда. Владимир Владимирович Путин практически принял лично всех представителей МОК, президентов олимпийских комитетов других стран, лично заверил в том, что будет все сделано, построено, и то, что страна наша заслуживает. Гватемала. Оценивальная комиссия Международного олимпийского комитета я избрала три кандидата за Олимпийские игры лета 2014. Сочи я тыкмовал за австрийским Сальцбургом и южнокорейским Пьонгчангом. Делалась колоссальная работа, в том числе привезли лед в Гватемалу. Это, конечно, экзотика, которая, наверное, не будет иметь аналогов в ближайшие там 100 лет. Для людей это было действительно такое что-то непонятное. Атмосфера была праздничная, необыкновенная. Мы пригласили членов Международного олимпийского комитета. Вообще в Гватемале был сделан каток, что, в общем, для жителей Гватемалы достаточно необычное зрелище. На этом катке выступали наши фигуристы. Все с огромным удовольствием от представления смотрели. А помимо вот способности Путина конкретно лоббировать вот все это в разговорах один на один с ними, МОК оказался, вот мне кажется, заложником сегодня вот такой что ли веры в то, что любая проблема решается деньгами. Количество миллионов евро, долларов, они практически получились без границ.
ladies and gentlemen, Sochi 2014 could not be where it is today without support, vision and passion of one man, President Vladimir Putin. Govor je imel v angleščini, trajal je 5 minut in 2 sekundi. We guarantee that the Olympic cluster in Sochi will be completed on time. We are allocating around sum of $12 billion for this. Mr. President, members of the International Olympic Committee, ladies and gentlemen, millions of citizens of Russia are united by the Olympic dream. Thank you. Приезд Владимира Владимировича в Гватемалу, это, в общем, наверное, предрешило, так скажем, победный финиш нашей заявки. Практически на всех встречах мы присутствовали, основные руководители олимпийского движения. Но много встреч прошли с глазу на глаз, один на один. Я хочу вас всех поблагодарить за совместную работу. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. После всего этого вечером поздно уже в холле гостиницы встретил Жака Рок, который, в общем, двигался к себе уже в номер, видно, отдыхать. Я подошел, я говорю: Жак, представляешь, не дай бог мы проиграем, значит, у нас президент плохой, министр спорта плохой, и все, что у нас делается, все плохо. Вождь должен быть всегда победителем. Даже если случайный проигрыш, это тоже определяет ум и понятие, и знание первого руководителя страны. Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. Au président du Comité international olympique, qui le confiera ensuite au maire de Sochi, ville hôte des prochains Jeux olympiques d'hiver. The mayor of Vancouver will hand the Olympic flag to the president of the International Olympic Committee, who will then entrust it to the mayor of Sochi. Salzburška deželna glavarka Gabi Burgstaller pravi, da je Avstrija izgubila proti Sočiju, čeprav so skoraj vse zgradili že pred glasovanjem. Also mein Eindruck war ursprünglich, dass Salzburg hervorragende Chancen hat, weil wir all das erfüllt haben, was die Evaluierungskommission verlangt hat, also möglichst wenig Einfluss auf die Umwelt, also keine Beeinträchtigung im größeren Ausmaß, vorhandene Infrastruktur im Verkehrsbereich und Sportstätten, die schon dastehen, die man besichtigen kann. Also nicht nur die Rede, sondern natürlich vor allem auch seine persönliche Anwesenheit. Mir persönlich war klar, als ich gewusst habe, er kommt, das war ja lange Zeit nicht bekannt, der kommt nicht nach Guatemala, um sich eine Abfuhr zu holen. Dazu ist er wahrscheinlich in der Welt zu bedeutend. Ja, er hat sich persönlich, glaube ich, zum Ziel gesetzt, dass es diese Spiele gibt und daher nehme ich an, es wird sie auch geben. Ich finde, das IOC muss hier transparenter werden und von vornherein sagen, welche Bewerber für Spiele, egal ob Sommer oder Winter, sie haben will. Dann gibt es auch nicht die große Enttäuschung, wenn sich jemand anstrengt, aber dann offensichtlich trotz bester Voraussetzungen nicht einmal in Frage kommt.
Hans-Peter Haselsteiner je direktor Strabaga, največjega gradbenega podjetja v Avstriji in enega največjih v Evropi ter poslovni partner Olega Deripaske, znanega ruskega poslovneža. Ja, mein Herz war natürlich in Salzburg als Österreicher, mein Verstand und meine Geschäftsinteressen waren in Sochi und an Südkorea habe ich ohnehin nicht geglaubt. Podjetje Doppelmayr je največji izdelovalec žičnic na svetu. Ti avstrijski strokovnjaki vsako leto postavijo približno 100 žičnic v 68 državah. Wir haben natürlich als Österreicher hätten wir uns gewünscht, dass Salzburg die Olympiade bekommt, aber es war für uns klar, dass wenn sage ich jetzt mal sich Russland bewirbt, dass das natürlich eine sehr starke Konkurrenz ist. Wir sind jetzt aufgrund der Entscheidung in der Lage, Seilbahnen in Sochi zu bauen. Ja, das stimmt. Sochi je v Gvatemali zmagal. Vendar malo pomislimo. Kje bodo sploh potekale igre? V starem Sočiju ne bo športnih dogodkov. Drsališče in olimpijsko vas bodo zgradili v 50 km oddaljeni Imeretinski nižini. V Rdeči Poljani, ki je od tam oddaljena še dodatnih 45 km, v smeri proti notranjosti, pa smučišča, skakalnice in bobstezo. Ura teče. Ужасно, как можно жить, если каждый день вода выключается, электричество, дороги нет, все перегружено. Люди злые, как собаки. Ну а команду ФАС, знаете, всех разорвут. Вот так идет стройка. Они вообще ни с кем строители не считаются. Надо дорогу, перекрыли дорогу, надо воду, отрезать воду надо. Надо свет, мы 3 дня будем делаться. У нас лето было, 40 градусов воды, у нас по 2 дня воды не было. Нам они взяли воду, там перепутали, подключили, мы открыли кран, у нас канализация пошла. Вы посмотрите, у них стройка стоит, у них работает... 50-60 человек, у них туалета даже нет. Так жить нельзя, так жить нельзя. А люди, которые здесь живут, вообще никто о них не думает. Сочи ассоциировалась всегда с теплым морем, хорошим настроением, отдыхом, загорелыми лицами и, в общем, такой, я бы сказал, счастливой, безбедной жизнью. Ничего этого... уже давно нет. Естественно, по городу ездят большегрузные машины. Всего будет перевезено около 3 миллионов тонн груза. Все это, конечно, давит и уничтожает всю инфраструктуру. Кроме того, пробки в Сочи еще больше, чем в Москве. Но Путин на это наплевать. Он считает, что это памятник, который он сам себе строит. V preteklosti je iz Bočarovručeja v Sočiju, kjer je predsedniška palača, na letališče vodila le ena cesta. Stari Soči, slovito rusko poletno letovišče, je stisnjen med morjem in gorami. Za kakršnokoli gradnjo skoraj ni prostora. Še ena boleča točka so smetišča, ki jih je zaradi gradnje olimpijskih objektov vse več. Mesto in okolica sta se spremenila v ogromno deponijo, čeprav so oblasti prebivalcem zagotovile, da bodo poskrbele za okolje in da se to ne bo zgodilo. Očitno za to ni bilo dovolj denarja. Две основные проблемы, на которые жалуются люди, вот так, если именно взять массовые жалобы, это свалки, полигоны хранения мусора, которые действительно просто, это катастрофическая ситуация, там жить невозможно. Мы осматривали, там на расстоянии, наверное, километра-двух от нахождения этих свалок просто нельзя жить. А там находится жилье, там исторически живут люди.
Ker je za gradnjo obvoznic, stolpnic in hotelov potreben prostor, so številne prebivalce Sočija preprosto preselili. Začele so se velike selitve, mesto pa se je spremenilo v betonsko delovišče. Мы находимся на Макаренко 10, непосредственно в том месте, где стоял мой дом. Слева вы видите опорную стенку, что вместо моего дома конкретно сейчас построили. Все из-за какого-то расширения дороги. Все ради Олимпиады. То есть здесь вот был сад, когда-то плодоносящий. Сейчас вот строители тут что-то натворили непонятное. Росли цветы, плодоносящие деревья. Вот эту березу я когда-то посадил, она уже меня переросла. Вот это не захотели отдавать. То есть им получается вот от стенки, вот этот участок, он не нужен. Они вот дорогу сделали, мэру непосредственно предложил отдать мне. Он говорит, ну ты понимаешь, говорит, здесь, это же земля теперь государственная, мы же теперь ее обязаны выставить на аукцион, ну а у тебя денег не хватит ее купить. Ну, правильно, не хватит, они ее забрали за 3 миллиона, а будут продавать сотку по миллиону. Для нас реально Олимпиада это горе. Потому что до этого мы жили как бы в своем доме, я ни у государства, ни у власти, я ни в чем не нуждался, ни у кого ничего не просил. В данный момент мне как бы, ну, не только мне, моей семье, у нас порядка 9 человек, дети, взрослые, 3 семьи, просто жизни, ну, порушены реально. Вадим, сколько бананов не съедал? Я, получается, с внуками, ну, мы же стелимся здесь вот с ними, а они втроем здесь. Питались они деньги в Олимпиаду складывают, да, столько понастроили. А мы сидим, детям не в туалет сходить, туалет на улице. Ни воды нету, ничего, ну что ж такое, вода холодная, ну что это такое? Дожилися. 40 лет жить в одном, на одном месте и сейчас ходить скитаться по вот этим вот квартирам. У нас статус, мы переселенцы, нас должны были переселить и не переселили, забыли. Именем Российской Федерации меня сделали бомжом по суду. Po zmagi v Gvatemali je ruski parlament sprejel 500 strani dolg olimpijski zakon številka 310. Najpomembnejši del zakona govori o tem, da je v korist olimpijskih iger mogoče nacionalizirati vsakršno zemljo ali imetje. Razlastitev zemlje ali lastnine je po zakonu brezpogojna in nepreklicna. To je eden od predlagateljev olimpijskega zakona, član parlamenta Evgenij Fjodorov. Закон предусматривает ускоренный порядок выкупа земель со стороны государства. Это выкуп, но в отличие от обычной процедуры выкупа, закон направлен на то, чтобы этот выкуп осуществить в течение одного года. Обычный выкуп с учетом судебных процедур, жалоб граждан может затягиваться на десятки лет. Srečali smo se s Svetlano Kravčenko, novinarko spletne izdaje lokalnega časopisa. Svetlana je kritična do oblasti. Здравствуйте. Можно посмотреть, как вы живете? Да? Скажите, пожалуйста, вы как сюда попали? Ну, просто с бухты снесли и все. С бухты, да? Да. И долго вы уже тут живете? Третий год. Третий год, да? На какой улице вы жили раньше? Мы жили вот где как раз объект строит Ледовый дворец. Когда нас снесли, мы 4 дня жили на улице вообще, можно сказать, у моря. Вот. Но затем нас просто, конечно, мы потом позвонили, и нас поселили сюда. Нам дали очень маленькую комнатку, 8 метров. Это на 3 человек. Вот мне 57 лет,
Я сплю на балконе, а мой сын спит с папой, потому что на балконе не поместится. Там стоит холодильник, там стоит столик. Я не знаю, я рада, что я не ночую на улице, честно говоря. Потому что я все это перетерпела, когда рушили дом, я там теряла сознание. Зачем мне еще раз терять сознание? Я просто не хочу остаться на улице. Это все. Я вообще с кем разговариваю, честно говоря? Вы как? Журналисты. Ну, поняла. Вы... Я Кравченко Светлана. Вы отсюда, да? С Сочи, да? Да. Ясно. Но самое главное, что вы довольны. Вас, я вас снесли, и вы радуетесь. Ну, снесли, и я думаю, что... Правильно. Да почему правильно? Это как бы, ну как правильно? Правильно. Если это нужно для Олимпиады, если это нужно. Конечно, процесс очень больной для каждого человека, который попал под снос. Мы учли опыт и других олимпиад, но учли в каком плане? Как говорил Владимир Владимирович Путин, что мы строим большой спортивный праздник для всего мира, но при этом ни один сочинец не должен быть обделен. Poleg gradnje cest, čistilnih naprav, elektrarn, kanalizacije in odlagališča odpadkov bodo v Sočiju zgradili več kot 200 olimpijskih objektov, a za številne od teh sploh še ni načrtov. Красная Поляна – историческое место. Название Красной Поляны, оно, ну, произошло как бы от того, что красивое место. Природа, много источников минеральных, красота, девственное все это. Вот. Зимних видов здесь не было. Вот. Ну, так волей судьбы, когда я стал директором турбазы «Горный воздух», она была законсервирована, ну, вот я ее открыл. Вот. И, естественно, нужно было думать о зиме. И вот тогда... Так сказать, я, ну, как бы, идея была вот создать фирму Alpica Service, собственно, которая дала толчок дальнейшему развитию как горнолыжному. Мы же начинали в 92 году, вот компанию создали. Естественно, денег не было, мы начинали с маленьких дорожек, ну, в смысле, кресельных дорог. И, а потом, мы, естественно, заработав денег, мы уже вот начали строить, ну, вот, уже французскую четырехместную. У нас трассы хорошие. У нас был выход до самого низа. И перепад был, самый большой перепад, 1730 метров. Такого перепада даже в России больше нигде нет. У нас действительно была команда. Я любил, чтобы люди доказывали, спорили, и я и принимал их решения. Понимаете, построить можно все, надо вдохнуть душу туда. Все приезжали, вот, ну, я встречал, да, вот здесь и президента, понятно, как бы с ним катался. Всех это начало, как бы, это мое должно быть. Вот как губернатор посчитал, что это его должно быть. И он начал с самого начала мне сразу вот это вот, что его должно быть, его. Ну, что, как это к тебе приезжать здесь? Ты кто такой? Я, когда мне сказали, мы тебя экономически мол задушим. Я, ребят, вот я не боюсь экономически. Вот я могу с кем угодно, потому что я очень маленький. Я могу приспосабливаться и так далее. Но когда включают административный ресурс, ну, здесь уже, извините, здесь я, конечно, бессилен. Налогоинспекты, пожарники, МЧС, куча контролирующих организаций, да, которые могут прийти и просто закрыть. Что, собственно, с нами было? Ведь вот есть решение суда, оно смешное, да? Закрыли Alpica Service за то, что мы не провели командно-штабные учения в случае возникновения войны. Это анекдот, это вот анекдот. Краснополянские парни, девушки, местные банды. В принципе, я как бы воевал довольно долго, вот, но потом, когда вышел новый закон, олимпийский, и согласно этому закону, в принципе, уже воевать было бесполезно. Просто изымают, даже ничего не компенсируют. Земля изымается без всяких проблем, и даже я обжаловать ее не могу, в суд подать на это не могу, понимаете? Ну, суды, это по указанию же.
Вот то, что сказал губернатор, вот, все, ты проиграл, значит, суд. Он говорит, ну попробуй посудить. Если мне вице-губернатор, когда мне землю забирали, я говорю, слушай, ну у меня же документы, ГОСАП. Ну слушай, у Ходорковского тоже были документы, где он теперь? Он в открытую это говорит, он же не стесняется. Ну или мне уже менты наши сказали, ты знаешь, если ты дальше будешь, тебе или наркоту подбросят, или оружие. А потом, говорит, ты же понимаешь, тебя посадят, пока там будут разбираться, и там непонятно, чем закончится. Ну, 17 лет мы работали. 17 лет. Это мне понравилось, когда мы это, ну, сделку оформляли с «Газпромом», там, ну понятно, там с таким дисконтом мне сказали, или вообще ничего. Вот. Ну и там, например, деньги этот сидит, банкир говорит, да, говорит, бумажки, говорит, я вижу по твоему лицу, говорит, это бумажки, говорит, дела нет, у тебя, говорит, дело забрали. Вот он, вот человек увидел. Пришли мегапроекты, которые частный бизнес, они как бы уничтожают. Ну, когда уже государство, так сказать, полностью берет под себя все, что здесь есть. Валерий Морозов je znani pogodbeni izvajalec in lastnik gradbenega podjetja, ki je gradilo objekte za Kremelj in Olimpstroj v Sočiju. В Приморском был проект. Мы начали строить. Это корпус в санатории Сочи, управление делами президента, реконструкция корпуса Приморский. Объем контракта был 2,5 миллиарда. Чиновник, он хотел, чтобы его прикармливали, да, или там ему что-то там, какой-то там откатик был или еще что-то. Я вот называю его коррупционный налог. Я должен был платить ему 12%, ну, плюс к этому 5%, или там потом я до 3 спустил, значит, это непосредственно службе заказчика. Я носил свои личные деньги и выдал 15 миллионов рублей. Схема такая. Но эти деньги надо принести в управление делами президента. Захожу на 5-й этаж, прохожу охрану без досмотра и, соответственно, передаю деньги. Вдруг появилась Олимпиада. Все объекты, на которых я работал, вдруг стали олимпийскими. Оказалось, что можно цену увеличить в 2-3 раза. И оказалось, что на большинстве объектов управления делами сидит Морозов. Я же не на одном объекте сидел. Я сидел практически там на 3-4 объектах. И объекты там миллиардные. Как тут? Ну, надо как-то что-то делать. Я очень много встречалась с Морозовым. Очень соблазнительно было в Сочи вписаться. Очень соблазнительно, потому что кусок жирный. И аж лосница от этого жира. Но люди знают, что либо ты станешь негодяем, так же, как они, либо тебя обворуют, либо ты станешь соучастником, либо жертвой. Добровольный выбор. То, что произошло вот со мной дальше, и это не только со мной, то есть стало происходить в России, это то, что чиновник почувствовал себя уже хозяином этих компаний. То есть, если чиновник хочет эти компании, чтобы ему платили 12%, он составит 12%. Если хочет 15%, 15%, 30%, 40%. Фактически я понимал, что компанию разорят, все отнимут, ну, может быть, останется там какой-то что-то, кусочек. И куда пойти условному Морозову? Он поэтому в Лондоне и сидит, что здесь ему к некому обратиться. И сказать, ладно, виноват, платил 15%, но готов отдать тех, кто требует 40%. А он почему сюда не идет? Ровно потому, что некому. Нам были угрозы просто, откровенные, там кровью умоетесь и кровью захлебнетесь и так далее. Тут, так сказать, и намек был простой, и историю мы знаем. Ну и вообще-то в России как-то не очень за жизнью следят. Меня все-таки заставили уехать, хотя я 3 года воевал. Сидя в России. Как говорили, я был единственный, кто живой, воюющий с Кремлем, кто жив, кто не в Лондоне и не в тюрьме. Сейчас я уже в Лондоне, то есть у меня исключилась одна штука исключила.
Državna korporacija Olimpstroj je odgovorna za pripravo in organizacijo olimpijskih iger v Sočiju, predvsem pa za gradnjo olimpijskih objektov in infrastrukture. 96% stroškov krijejo davkoplačevalci. Олимпстрой – это монстр, это временный монстр, который создан под решение одной задачи. Сравню, чтобы было понятно. Вот, например, в Англии была Олимпиада летняя, да? Она больше, конечно, зимней, но здесь занималась одна фирма. И в фирме было 32 человека. Была создана компьютерная программа, которая полностью расписывала, что нужно делать от начала до конца. Не только, во-первых, работы, во-вторых, цены. Что такое Олимпстрой? В Олимпстрое почти 40 только департаментов. Личных водителей больше, чем сотрудников в английской фирме. Но у меня был разговор с одним чиновником российским. Далее он меня спрашивает, а если мне нужно, например, там, деньги кому-то отдать? Ну, откат сделаю. Ну, я думаю, ну, или шутит. Я ему говорю, ну, очень просто, вы вводите коэффициент 5%. Он так подумал, подумал и говорит, подождите, а если 50%? И тут я понял, что он серьезно меня спрашивает. Говори се, да Олимпстрой не послує транспарентно. Одночитве о тем, кто доби посел, се сприємаю за дебилими зидови. Русско рачунско судище je pogosto opozarjalo, da se pri olimpijskem proračunu dogajajo nepravilnosti, a noben primer nikoli ni prišel pred sodišče. Была создана специальная компания Олимпстрой, и в ней постоянно менялись люди. Сначала там был некий человек по фамилии Вайншток, Семен, который возглавлял до этого Транснефть и запомнился распилами при строительстве Восточной Сибири Тихий океан нефтепроводов. Потом он понял, что он сядет гарантированно пожизненно и быстро оттуда ушел. Потом пришел Колодяжин, ну Колодяжный он был бывший мэр Сочи, все понятно, но весь Сочи вот в таких вот кубиках, знаете, такой, как тротуар сделан, вот, они называются Колодяжки. Потому что это у него он с женой построил завод по производству этих кубиков, выложил весь Сочи. Вот. Причем эти колодяжки стоили раза в три дороже, чем если везти из Москвы. Вот. Поэтому Колодяжный сразу начал колодяжничать, что тут говорить. Вот. И опять же ничего не было построено, деньги опять исчезли. После Колодяжного был друг Путина и владелец пивзавода «Балтика» по фамилии Балуев, который понял, что сядет и тоже исчез. И сейчас там еще какой-то новый, я уже даже забыл, как его зовут. V pripravah na olimpijske igre so se v ruskem jeziku pojavile nove besede. Atkat je odstotek od celotne vrednosti projekta, ki ga izvajalec plača uradnikom. Razpil je podkupnina, ki si jo razdelijo uradniki. Neki projekt nekimi neprijatnimi ljudmi, korupcionerami, planirajo k realizaciji sledujšim sposobom, što vod, skažem, u nas je 100 milijonov, из них 30 миллионов мы, собственно, отправим на стройку там или на закупку на какую-то, а оставшиеся там, а 70 мы попилим там между двумя людьми, тогда по 35, между тремя, тогда там поменьше. Одна дорога Адлер-Красные Поляны стоит больше 8 миллиардов долларов. Это очень короткая дорога, это 45 километров всего дороги. В принципе, ее можно было сделать из чистого золота. Толщиной, по-моему, 5 миллиметров. А цена была бы такая. Можно ее было сделать из черной икры. Вот. Цена километра дороги путинской Адлер-Красной Поляны где-то около 150 миллионов долларов за километр. Таких дорог в мире нет. Kljub astronomskim stroškom gradnje cest pa prometnih težav še niso rešili. Zato se je župan odločil, da bo ukrepal. Дорога дублер курортного проспекта – это 17 километров, из них 9 под землей, то есть тоннелей здесь очень много. Дорогостоящая, но очень нужная дорога.
мы наметили, что эта дорога будет построена к сентябрю 2013 года, да, в полном объеме. Но с учетом того, что мы 20 числа будем проводить экономический форум, то очень важно, чтобы часть наших магистралей уже заработала. Мы сделаем до 20-го? Мы планируем завершить работу и пустить ее в четвертом квартале этого года. Мы понимаем, что вы в графике находитесь, но нам надо, чтобы этот график пошел ближе к нам навстречу и пораньше, чтобы вы завершили эту работу. Мы планируем завершить до конца сентября. Вы понимаете, не до конца сентября, поднагрузиться нужно, и 15 сентября кровоизносу это сделать. Кровоизносу. Требования по получению заключения о соответствии. Достаточно длительная процедура. Это уже другое, это бумажная работа. Без этого момента не разрешат запуск движения. Мне нужен график, который точно введет 15 сентября. Это надо сделать. Договорились? Ну что, все тогда у меня? Удачи и до встречи в понедельник на полевочке, чтобы директор нам подсказал, что нужно сделать. Хорошо? То є Руса Хутор, засібно смучарське середище в ласті Владимира Потанина. Pred olimpijsko kandidaturo je nameraval van vložiti 250 milijonov dolarjev, do zdaj pa je vložil še več kot 2 milijardi. Od državne banke je dobil posojilo v vrednosti 1,6 milijarde dolarjev. Vendar Potanin ni edini ruski poslovnež, ki so ga prosili naj odpre denarnico in pomaga graditi olimpijske objekte. Še en znan ruski poslovnež s svojim denarjem gradi mednarodno letališče, pristanišče in olimpijsko vas. Skoraj vsak pomemben ruski poslovnež sodeluje pri tem gigantskem gradbenem projektu vrednem več milijard dolarjev. Olimpijski uradniki mirijo najbolj glasne davkoplačevalce, češ da polovico stroškov krijejo zasebni vlagatelji. Vendar pa molčijo glede tega, kako ti vlagatelji dobivajo posojila državne banke Vnjež Ekonom Bank z državnimi jamstvi, najbrž ne zaradi vljudnosti. Dragan Pavelič je eden od direktorjev podjetja Štrabak. V Rusiji dela že nekaj let. Pri gradnji olimpijskih objektov je od samega začetka. In Soči momentan von den Bauern machen wir das olympische Dorf. Zuvor haben wir fertiggestellt die Rekonstruktion des Flughafens Soči. Das angepasst ist also von dem alten wurde komplett rekonstruiert und für die Olympischen Spiele vorbereitet. Momentan sind wir auf das olympische Dorf konzentriert. Es sind doch ein großes Bauunterfangen, also das ist 330.000 Quadratmeter, die praktisch in zwei Jahren jetzt gebaut werden müssen. Ja, wir haben den Flughafen vorher gebaut natürlich, also das ist richtig, das habe ich vergessen. Wir haben den Flughafen gebaut, wir haben andere Kleinigkeiten gebaut, also das ist mir gar nicht so präsent, welche Kleinigkeiten, aber von den großen Dingen ist zu erwähnen der Flughafen, das ist richtig. Und das olympische Dorf? Also es ist so, über Umsatz rede ich prinzipiell nicht. Es ist so, dass am Ende der, sag jetzt mal, der Bauphase werden wir 40 Anlagen gebaut haben in Sochi. Leta 2012 so v smučarskem središču Roza Hutor potekale testne tekme, med drugim tekma ruskega smučarskega prvenstva in nekaj tekem svetovnega pokala za moške in ženske. Leta 2013 sta bili tekma ženskega svetovnega pokala in tekma v smučanju prostega sloga v disciplini smučarski kros odpovedani zaradi vremenskih razmer. Na tekmah v smučarskem središču Roza Hutor je nastopilo skoraj 800 športnikov. Ivan Šuc proti Stefanu Ilinu.
überrascht, die große Baustelle. Ich habe noch nie so viele Leute arbeiten gesehen, bei so vielen Gebäuden und auf so einer Länge. Und wie viele hier beschäftigt sind und eingebunden sind. Und natürlich auch die Größe des Skigebietes. Und ich habe gehört, innerhalb der letzten 7 Jahren ist das alles hier aufgebaut worden, so wie es jetzt steht. Und das ist sehr beeindruckend für mich. V Rusiji nikoli ni bilo steze za sankanje in bob, zdaj pa so zgradili sankališče Sanke. Po pogodbi naj bi njegova postavitev stala 2 milijardi rubljev, a so se med gradnjo stroški napihnili na 12 milijard. Dvakrat so spremenili tudi lokacijo sankališča. Prvič so ga preizkusili leta 2013. Januarja 2011 novo zgrajena skakalnica v Rdeči Poljani ni prestala preizkušnje. Skakalnica in dostopna cesta sta se začeli ugrizati. Strokovnjaki pravijo, da se je to zgodilo zaradi neprimerne lokacije. Kmalu se je izkazalo, da geološka sestava tal ni primerna, prav tako je obstajala nevarnost zemeljskih plazov. Vendar gradbinci tega niso upoštevali in so nadaljevali delo. Skakalnico, ki bo prizorišče otvoritve iger, so morali podpreti še več stebri. Допустим, вот те трамплины, ну нельзя было ее там размещать. Там просто очень дорога страшно дорогая туда, подъездная. Потом там плывуны страшные, там, ну, геология очень плохая. Ну нельзя было. Вот рядом, пожалуйста, можно было спокойно размещать. Вот просто можно было размещать. Здесь можно было, чтобы специалисты просто походили, посмотрели. И сначала изыскание надо было сделать нормальное, геологическое. Вот, и потом уже принимать решение. И нужно было быстрее решить вопрос. Ну давайте вот здесь, давайте здесь. Это что-то, о чем я говорю, что это вот спешка и еще, ну, я считаю, не профессионализм, конечно. К Олимпиаде, мне кажется, они, конечно, это не построят, ну, что это уже, по-моему, все понимают, хотя они сейчас пытаются что-то делать. Децембра 2012 со некако ле испеляли тесно текмование, а со морали скакальницу заради поновних земельских плезов к малу запрети. Председник Путин се е одлучил, да бо посредовал. Задержка с окончательным вводом на 2 с лишним года. Да, 2 года. А с чем это связано? Связано с неисполнением предыдущими исполнителями. А кто предыдущий исполнитель? Предыдущий исполнитель, собственник Красной Поляны, Красное юридическое лицо, осталось то же самое. А кто это? Был товарищ Билалов. Ну, товарищ Билалов, он чем сейчас занимается? Сейчас курортами Северного Кавказа. Молодец, а чем еще? Не знаю больше. Где у нас Билалов работает? Вице-президент Олимпийского комитета. Это у нас вице-президент? И вице-президент Олимпийского комитета страны занимается вот такой стройкой? Also ich war persönlich nicht dabei, aber Herrn Putin habe ich kennengelernt, dass jemand, der sich sehr um die Details auch kümmert, der sich sehr interessiert zeigt und auch der sehr wissend ist. Also er befasst sich im Vorfeld sehr, sehr deutlich und sehr detailliert mit diesem Engagement und stellt auch ganz klare, konkrete Fragen. Und ist jemand, wie gesagt, der die Sache sehr ernst nimmt und entsprechend auch die Aufmerksamkeit schenkt. Удорожание объекта есть? Было 1,2 млрд стоил. Да. Вот, а стало? Стало 8. Из 1,2 млрд превратилось 8 миллиардов. Да. Молодцы. Ну, да. Хорошо работаете. Исказало се е, да се градбинци нисо држали роков и да со се строшки 8-крат повечали. До Олимпийских игр е леше лето дни, вендер скакалница ше здалеч не кончана. Час се истека. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 3 раза в год делает инспекционные проверки по подготовке города Сочи к Олимпийским играм. И сразу же после проведенных инспекционных проверок проводятся большие расширенные совещания, где делаются четкие указания, принимаются меры и ставятся сроки. Персональная ответственность всех участников. Исключительно. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он держит на особом контроле подготовку к Олимпийским играм
И не только в инспекционные проверки, он бывает и так, и часто проводит разного рода совещания. Потому что, скажем, Олимпиада в Сочи, это Олимпиада не только жителей города Сочи, это Олимпиада всей России. Ich meine, bei solchen Projekten und Bauvorhaben, wie Sie es in Sochi vorfinden, mit all den Aktivitäten, glaube ich, geht nichts reibungslos vonstatten. Es ist so, dass wir anfänglich Probleme gehabt haben, sowohl bei der Übergabe vom Land, was nur so notwendig war, um die sprengende Straßenbrücken und Tunnels zu bauen, aber auch geologische Probleme, Landslides, solche Sachen, die also aufgetreten sind. Wir sind gerade dabei, die Verzögerungen aufzuholen. Und wir sind guter Dinge, dass wir hier die Tunnels, die Straßen und Brücken zeitgerecht fertigstellen werden vor den Olympischen Spielen. Wir bauen selber 8 von den 11 Tunneln mit über 7 Kilometer Länge. Проблема, что в Сочи Путин столкнулся не с людьми, а с природой. Вот просто есть силы, которые находятся как бы вне его компетенции. Им все равно миллиард, 10 миллиардов, 50 миллиардов. Там может просто не быть снега в 2014 году. И никакие пушки не помогут. Ну, ровно потому, что все-таки ну, есть некоторая данность в заложенной задаче. Вот эти болотные топи, это среднегодовая температура, которая значительно выше даже, чем в Ванкувере. Вот, и общий там, рельеф местности. Все эти факторы, они могут, знаете, вот как бывает, они могут подвести черту под путинскими авантюрами. В самом начале, это когда мы еще с Путиным общались, где-то году в 2000-м, там, в 2001-м, когда эта идея о том, что там можно провести Олимпиаду зимнюю обсуждалась, планировалось совсем же другое. Планировалось провести Олимпиаду не в Сочи, а в горах. Это было понятно. Понятно, что вот можно сделать один зимний курорт маленький, но когда стало очевидно, что место в этом ущелье, а Красная Поляна это ущелье, места в этом ущелье очень мало, и там нельзя построить стадионы, потому что там нет места. Тогда выяснилось, что 2/3 Олимпиады будет проходить в субтропиках. Это не просто Сочи, а это самое теплое место Сочи. И Меретинская долина. Это самое теплое место России. Там не бывает снега. Narava in Meretinske nižine edinstvena je vedela že carska oblast, ki jo je leta 1911 razglasila za naravni park. To je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst. Pravoslavni verniki so tu živeli od kmetijstva. Zdaj je vse to le še preteklost. Tukaj gradijo olimpijske stadione. To je boloto. Meretinska nižinjenost je to boloto. Geologi pitali se najti dno tega boloto. Я с ними говорил, они его не нашли. Строительство тяжелых объектов там запрещено. Сталин в свое время хотел там построить аэропорт. Потом к нему пришли, объяснили Иосифу Виссарионовичу, вы знаете, там болото, полоса поедет, лучше не строить. Но Путину болото же не проблема, он там... Tako velikopotezna gradnja pa je zahtevala tudi ogromne količine najrazličnejšega tovora, zato so začeli graditi pristanišče. Vendar narava do gradbincev ni bila prijazna. Pristanišče je zaradi slabo nameščenih podpornih stebrov leta 2009 odplavilo morje. Stebri so segali za tretjino preplitve v dno, kot je bilo sicer načrtovano, prve nevihte niso prestali. Pristanišče so nazadnje le zgradili, vendar je bilo prepozno. Znani rek pravi, bolje preprečiti kot zdraviti. Medtem so gradbeni material pripeljali po železnici, zato so hitro zgradili železniško progo naravno skozi središče starega Sočija. Danes je pristanišče skoraj prazno.
zgradili so ga z zasebnimi sredstvi znanega poslovneža Olega Deripaske. Vlagatelj je izgubil ves denar. Wie der Hafen seinerzeit geplant wurde, ist er ausgelegt worden für 5 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr. Die Erwartungshaltung seitens Olympstroy und auch von uns war, dass dieser Frachtaufkommen weitaus höher sein wird. Tatsächlich ist es weitaus geringer ausgefallen. Wir sind in Verhandlungen mit den Behörden, um hier eine Lösung zu finden, wie wir hier in einer Form kompensiert werden können. Dazu kam noch, dass leider im Jahr 2009 ein Herbststurm, muss ich ein bisschen überlegen, ich habe mir sagen lassen, dass hier die Wellen bis über 9 Meter sind, während der Bauphase der Hafen weitestgehend zerstört wurde und das auch noch nachgeholt werden musste, dass eine zeitliche Verzögerung dazu kam. Reka Mzimta, ime pomeni Nora, to je najdaljša ruska reka, ki se izliva v Črno morje in ves Soči oskrbuje s pitno vodo. Danes ob njej gradijo cesto, ki bo povezovala letališče in Rdečo Poljano. Olimpijske igre pač ne morejo čakati. Мы находимся при въезде в Красную Поляну. За моей спиной находится строительная площадка. Здесь вот тоннель будет железнодорожный, большой довольно, и автодорога. Ну и прямо вот по руслу реки все это строится. Потому что строить, как первоначально пытались строить по левому берегу реки, это заняло бы очень много времени и большой объем работы. Vladimir Kimajev je član Severno-Kavkaške okoljevarstvene organizacije in predsednik sočijske izpostave stranke Jabolko. Kategorično nasprotuje olimpijskim igram v Sočiju. Это прецедент в мировом строительстве таких аналогичных объектов, чтобы на длительном протяжении русла реки шла вообще дорога какая-либо, там автомобильная или железнодорожная ветка. Но в данном случае мы видим совмещенную дорогу. Раньше река это был природный объект, да? Сейчас река это промышленный какой-то объект, это не природный. Как природный фактор, можно ее исключать. И река просто еще, правда, не сказала свое слово, потому что у нас бывало несколько случаев, вот я был очевидец, когда река поднималась, разливалась, здесь мосты сносила, и беды очень много делал. Бывают моменты и аварии, которые мы зафиксировали, когда на самом деле считать, что там что-то может выжить, невозможно. На протяжении 30 километров с туннеля номер 3 шел выброс, бурильный раствор, содержащий какие-то химикаты, по всей видимости, щелочи. В аварийном порядке был сброшен в реку Мзымта, и вот, вы знаете, лосось, о котором мы сейчас часто говорим, да, он бы в такой воде не выжил. Zaradi škode na reki Mzimta je prišlo do sporazuma, ki temelji na priporočilih okoljevarstvenega programa Združenih narodov. Podpisali so ga glavni udeleženci olimpijskega projekta. Na slovesnosti ob njegovem podpisu so prebrali različico, ki se imenuje Deklaracija o zavezi za obnovitev ekosistema reke Mzimta. Nevladne okoljevarstvene organizacije so deklaracijo označile zgolj za poskus povrnitve ugleda sočijskega projekta. Konstantin Cipko je član Sveta Federacije in predsednik Ruske okoljevarstvene zveze. Problema reke Mzimta je, verjetno, ena iz ostrejših in ena iz prvih problem, ki so vsi ekologi obratili pozornost. Dejansko, ta nagrozka na ekosistemo reke Mzimta, ki je bila osvojena v zvezi s stavitvijo in avtomobilnega in železnodorožnega puti, je seveda zelo resna. Dejansko, problema je in uščerb ekologiji nanesen. Те меры, которые сейчас принимаются, не могу сказать, полностью ли они восстановят то первозданное состояние, которое было. Природа, она сложная, ее надо, с ней надо дружить. И надо, знаете, не против природы идти, а надо
по ней, так сказать, прислушиваться к ней, что она вообще говорит, и немножко слушать историю, знать, что здесь было до того, как, сколько здесь всяких катаклизм было природных. Для жителей Сочи она не нужна, эта дорога. Население Поляны 5000 населения, все, ну пусть сейчас она увеличится, понятно, да, там. Ну, я вообще даже смысла не вижу железной дороги вообще. Если честно, можно было автомобильную расширить, существующую там, и достаточно было. Ну, решили так. Zakaj v tako prostrani Rusiji, ki slovi po ostrih zimah, niso našli primernejšega kraja za zimske olimpijske igre, ampak edino subtropsko območje vsej državi? Razlaga je lahko le ena. Natanko zato, ker je to edino subtropsko območje v ledeno mrzli deželi. Pokrajina je edinstvena, cene zemljišč pa med najvišjimi. Očitno je s temi zemljišči mogoče dobro zaslužiti, pa čeprav na ustaljen in značilno rusko nezakonit način. Zaradi tega je postopek še lažji in hitrejši, vse pod pretvezo ambicioznega projekta in višje sile, ki je včasih skoraj da že vojaška. No tak složilось, što grad Soči bil gradom vetkava želja. Необходимо bilo jeho rekonstruirati. Staravamo se, štoby velših izmenjenj arhitekturnih starinnih zdanj ne proizhodilo. Вот такие сейчас улички у нас появляются. И как бы, когда мы тут марафет наведем, губы покрасим, когда тротуарчики, все это дело, цветочки везде пойдут. И будет, конечно, просто замечательно. Я думаю, что будет входить наш город в один из лучших городов мира в плане благоустройства и уровня жизни. При всем том, что стройки везде. Ну, у нас же логистика, видите, при таких стройках еще и дороги строить, это, конечно, надо... Я иногда сам удивляюсь, как мы все вот... То есть при таких огромнейших стройках, ремонтах еще движемся. Еще строим все это, домики подкрашенные, все это, это все ремонтировалось. Это Олимпийский, а без автопарк на 220 автобусов. За 80 километров. За 100 километров от Олимпийского. В 2007 году этот участок был преподнесен федеральным структурам под размещение. Так как это федеральная земля, естественно, они ее изымали под строительство. А потом выяснилось, что, оказывается, здесь еще живут люди. И проще простого было признать эти постройки незаконными. И по решению суда 2007 года нас повелели снести. Я лично подал свое жилье и внес деньги сюда. Теперь мне 76-й год пошел, я пенсионер, ветеран труда. Теперь я на старости лет, я не знаю, сколько осталось мне жить, я буду выброшен на улицу вместе со своей семьей, я буду бомжом. На сегодняшний день мы бомжи. Мы прописаны бог знает где. Закон совершенствовался в течение 2 лет. И он совершенствовался в том числе с учетом мнения людей. И подчеркиваю, в законе заложены больше прав людей, конкретных, у которых выкупают имущество, чем в обычной стандартной схеме выкупа имущества для госнужд. Это уникальная позиция этого закона в сторону людей. Она стоила бюджету дополнительно десятки миллиардов рублей. Это тоже надо понимать. Вот эта позиция особого, я бы сказал, трепетного отношения к собственнику. Видишь, сложно. Вот где-то вот здесь находился мой дом. Вот где-то тут. Ближе, туда. Четвертое. Нет. Вот где кончается коричневое, там был мой коттедж был, и вот его коттедж. Я на 90% он уже готов был. Оставалось только ламинат положить на пол, и это самое, и обои приклеить. Я там жил.
Это все забрали не для Олимпиады. Это все забралось, чтобы потом построить здесь новостройки, продать денег, заработать. Десятки тысяч людей пострадали от Олимпиады. Десятки тысяч людей. Приехали судебные приставы. Мы находились здесь, да, вот с раннего утра. И судебные приставы начали уже, как говорится, готовить территорию. Мы орали, что на нас идут вот эти... Хозяйка, ОМОН, спецназ и милиция. Она бросилась под бульдозер, ее вытаскивали, а реально. А мне некуда идти. Мне некуда, у меня забрали. Все. Скажу честно, не было ни одного объекта в 2009-2010 году, когда мы начинали, который бы прошел так. Люди согласились и сказали, да, мы готовы к сносу. Надо было убеждать. И по ночам выезжали, и сходы все, и крики были, и все, но был процесс убеждения. Если вы смотрите на карту и выясняете, какой участок российской земли идеально подходит для приватизации и для создания там такой заповедной зоны для российской олигархии, а Олимпиаду рассматривать как просто способ ускоренной приватизации этих мест, то, конечно, ваш взор первым делом упадет именно на сочинский регион. Понятно, что, конечно, захват земель под шумок, как говорится, в суматохе, он является наиболее естественным способом удовлетворить аппетиты местного чиновничества. Есть, наверное, соблазн у некоторых чиновников или у некоторых предпринимателей под эгидой олимпийской стройки возвести какой-то объект, который не входит в олимпийские планы, но постараться прикрыться Олимпиадой для реализации своих коммерческих интересов. Stolpnice, ki jih gradijo ob obali, so največji izziv za tukajšnjo geologijo. Na številnih mestih ob obali ne vidite več prijetnih zdravilišč z edinstveno arhitekturo iz sredine 20. stoletja. Tam zdaj gradijo strašne falične nebotičnike. Cene stanovanj pa so v nebo vpijoče. Pravzaprav jih še niso prodali, ker jih nihče ne kupuje. Вот, например, здесь абсолютно невозможно строить. Это гора Виноградная, которая самая опасная является, может быть, во всем Сочи. И тем не менее здесь строятся высотные дома. Здесь можно строить только небольшие домики, одно-двухэтажное. И вот те люди, которые покупают здесь дома, они просто обречены на гибель, потому что в один прекрасный момент может случиться непоправимое. Но никто об этом не думает. Но узнать, кто конкретно за этим стоит, очень сложно. Эти стройки не имеют никакого отношения к Олимпиаде. Как мы знаем, Олимпиада будет проходить в Эмеретинской низменности. Ранее наш город был прекрасный город-курорт. Сейчас назвать его курортом просто невозможно. Врубаются зеленые насаждения, которые держали этот склон. И так во всем Сочи. Ну вот, например, сейчас можно видеть дорогу Дублер. Здесь была санитарно-защитная зона. Улица, прекрасная улица, которая называлась улица Чайковского. Вот многие жители теперь предлагают назвать ее улицей имени Путина, потому что от нее не осталось и следа. А будет дорога двухъярусная, которая поведет от Бочарова ручья, или там, где находится резиденция президента, до Красной Поляны. V Sočiju je težko snemati. Gradbišča spominjajo na vojaške baze. Skoraj nemogoče se je dogovoriti za intervju z visokimi uradniki, odgovornimi za olimpijske igre. Obrnili smo se na vse uradnike in poslovneže, a dobili preprost odgovor, preveč so zaposleni. V času snemanja filma smo pisali trem generalnim direktorjem Olimpstroja, predsedniku Olimpijskega organizacijskega komiteja Dmitriju Černišenku,
Namestniku premijeja Dmitriju Kozaku in številnim drugim odgovornim za olimpijske igre, vendar niso imeli časa za nas. Есть тотальная цензура на тему Олимпиады даже, скажем так, в почти независимых СМИ. Все, кто пытаются разобраться в ситуации с Олимпиадой, они, в общем, подвергаются диким гонениям. Вызывают, например, на допросы к следователям, там устраивают какие-то провокации, понимаете? То есть работать очень тяжело. Моя машина, она пригляделась. Поэтому бывает так, что просто блокируют под любым предлогом, понимаете, проезд и все. Покажите документы, откройте багажник, там, представители администрации, значит, колоды колеса. Ну, что сделать? Это часть жизни. Да, это часть жизни, это нормально. Это нормальный демократический диалог, поэтому что тут говорить. Вот самое лучшее транспортное средство – это мопед. Тема Сочи давно стала табу. Давно стала как бы запретной темой. Потому что как ни копни там, с какой стороны ни копни, получается проблема. А ну, известно, что российское телевидение, российские масс-медиа, контролируемые Кремлем, они без зазрения совести отрубают любую проблематику, которая может бросать тень на светлый облик Путина. Ves čas se govori o milijardah dolarjev, porabljenih za pripravo olimpijskih iger. Odbor revizorjev, ki mora po zakonu revidirati državne in proračunske odhodke, vsako četrtletje pripravi poročilo. Vendar so ta poročila zaupna in le za uradno uporabo. Odbor je februarja 2013 objavil le, da je Olimpstroj priznal, da so se stroški povečali za 15,5 milijarde rubljev. To je seveda velika vsota, a znaša le 1% celotnega olimpijskega proračuna. Skoraj nemogoče je verjeti, da delež korupcije v olimpijskem proračunu znaša le 1%. Kako je vaš budžet, ljubija? To bi ne bilo vprašanje. Izpolnitelna oblast ne može od sebe govoriti. On govori od lica ministerstva. Zato slova akceptovane. Šak vpravo, šak vlevo, razstrel. Это вы думаете, что у нас тут? А у нас тут все так же. Все прописано, да. Конечно, это может быть иногда сложно просчитать на 7 лет вперед, сколько это будет стоить, да. Но, опять же, все это остается внутри страны. Точную цифру найти нельзя, потому что мы на самом деле имеем дело с системой, в которой коррупция перестала быть проблемой, она стала системообразующим фактором. А количество денег, которое туда вбрасывается, оно фигурально тонет в болотах, потому что там топь находится. Там, где просто 40-метровые сваи просто тонут, просто исчезают вот в этой топе. Точно так же это болото чиновничьев, в котором растворяются любые деньги. Кто там построит, что там построит, а деньги идут сейчас. Отсутствие какого-либо контроля за расходом средств делает процесс подготовки к Олимпиаде просто... золотым дом на этом болоте для чиновников, потому что Путин говорит 12, потом 30. Заметьте, какие гигантские цифры просто как бы швыряются вот на стол. И понятно, что проконтролировать этот процесс абсолютно, абсолютно невозможно. Сначала Путин объявил о том, что бюджет будет 12 миллиардов долларов. Это было где-то в 2008 году, может, там, в 2009. Вот. И мне тогда эта цифра показалась кошмарной, очень большой. По той простой причине, что, например, Олимпиада в Ванкувере стоила 2, а Олимпиада в Солт-Лейк-Сити стоила 2 миллиарда долларов, Олимпиада в Турине стоила примерно 2 миллиарда евро, правда. Короче говоря, цифра 2, 2,5 была приемлемой, 12 была кошмар. Бюджет все время растет. На сегодняшний день я нашел одну цифру. Долго готовился к встрече с вами и нашел одну цифру. Значит, бюджет зимних Олимпийских игр в Сочи 45 миллиардов долларов США.
Maja 2013 je Boris Nemcov objavil nove številke olimpijskega proračuna, 50 milijard evrov. Vendar to ni dokončna ocena. Olimpijske igre se približujejo in ura teče. Najbolje so pripravljeni stadioni in smučišča. Večino so že zgradili in preizkusili. Preostala infrastruktura pa je veliko slabša. Gradnjo nekaterih objektov so opustili. Tako ne bo sočijskega golf kluba in medicinskega središča. Vprašljiva je tudi gradnja marine. Gradnja hotelov je ustavljena, težave so s skakalnico. Medijski center in medijsko vas gradijo po polžje, zato je njuna usoda še vedno negotova. Za številne vlagatelje to ni posel, ampak breme. Сергеевич, пойдемте с нами. На, будешь нести. Это все частное. И люди, которые являются собственниками, они вот мотивированы тем, что надо это делать. Это просто обязательно делать. А есть такие, которые не хотят? Есть, но есть закон 310. Все стройки должны закончены быть к концу этого года. Мы работаем целыми днями, мы работаем на улице. Но зато нас и жители видят, уважают, мы другие чиновники для них сейчас стали. Потому что мы с ними, мы вместе с ними переживаем. Неудобства, мы вместе с ними в ямах сидим, когда без света находится город или там улица. Сейчас пока, я понимаю, сейчас времени остается все меньше до Олимпиады, нужно срочно закончить все объекты в срок. Это, конечно, самая главная проблема. На остальное сейчас никто не смотрит, как там дальше будет. Я думаю, это, когда закончится Олимпиада, будет интересно, как будет дальше это все развиваться. Мне тоже интересно будет. Ряд объектов в прибрежном кластере, конечно, там 6 или 7 катков будет. Столько катков в одном месте не нужно. Они будут переоборудованы в торговые центры. Что-то будет переоборудовано в крупный выставочный центр. Das Gebiet, das Skigebiet, es ist einfach fantastisch. Du kannst richtig alpine große Rennen machen und Langlauf und Skisprungzentrum, alles. Es wird sich dort was Großes abspielen. Ich denke, dass österreichische Gäste sehr gerne kommen würden, wenn die Preise auch so sind, dass man es sich leisten kann. Im Moment ist es sehr teuer, was ich gesehen habe, hier Urlaub zu machen. Aber von den Skigebieten, von den Liften, von den Hotels ist die Qualität so gut, dass ich das jederzeit weiterempfehlen würde. В России никогда не было горнолыжных курортов, но очень большое количество россиян любила горнолыжные курорты мира. Они уезжали в Швейцарию, ехали во Францию, но только не было. Сегодня, когда, будем говорить, мы с чистого листа создали 4 горнолыжных курорта, они еще в полном объеме не заработали. Там нет еще объектов размещения, там будет 9000 мест гостиничного фонда. И то уже какое колоссальное количество людей туда едут. А когда будет еще инфраструктура, то что вы знаете, с аэропорта прям будет электричка везти горнолыжным курортам. Конечно, наши туристы российские, да, уверен в том и швейцарцы, потому что даже члены МОК, уже чемпионы, причемпионы, значит, олимпийских игр, которые занимаются лыжами, говорят, у вас уникальные трассы. Вот зимний стадион, там, зимний дворец в городе Сочи, в субтропиках, там кто-то должен кататься. Либо надо туда перенести всех наших хоккеистов, всех наших конькобежцев и фигуристов. И сказать, значит так, все выехали из Ханты-Мансийска, Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы и приехали вот в Меридинскую низменность, и там будете жить. Даже те конструкции, которые выстроены там, я думаю, они долго не протянут. На самом деле все это начнет плыть. И понятно, что ни о каком возврате этих денег речи быть не может. Я подозреваю худшее, на самом деле, что придется тратить деньги, чтобы спасать регион. Also, ich vergleiche Sochi immer mit dem hinteren Bregenzer Wald. Es gibt bei uns ein Tal, das ist der Bregenzer Wald. Und Sochi macht für mich so ein bisschen, der, also Krasnapoljana macht für mich ein bisschen den
den Eindruck wie der hintere Bregenzer Wald. Und was ich gesehen habe, was Gazprom macht, und also Sotschi wird, also, wird sicher ein sehr erfolgreiches Skigebiet. Und ich bin auch sicher, dass nach der Olympiade weiter, sage ich jetzt mal, ausgebaut wird, weil das Skigebiet sehr schön ist. Это будет кладбище. На кладбище очень трудно заработать, если вы постоянно туда кого-нибудь не закапываете. Это кладбище просто. Просто оно самое дорогое в мире. Я уже несколько раз думаю, в страшном сне. Лучше Путин в шахматы играл. Здравствуйте. Мы создаем вместе с Владимиром Владимировичем, вместе с губернатором Краснодарского края условия для отдыха людей, для их лечения. И вот эти деньги, которые тратятся на это государством, краем, городом, они для человека и во имя человека. Парк, мы говорим, он наш город для отдыха, не для коррупции. Поэтому мне эти слова там о коррупции... Я вам хочу сказать, что такого государственного надзора, который осуществляется сейчас за тратой денег на олимпийских стройках, не было никогда. Смотрите, какое количество людей у нас на набережных, парках, скверах. Если это привлекает больше, чем даже лучшие условия, скажем, в Каннах, значит, у нас лучше. А? Vod Miha Vanič. Zvokovna obdelava Blaž Cilenšek. Brav Igor Velše.